Приветствую подписчики моего канала, сегодня на Форсетске мы разыграем 256 рублей на 311 комментариев. Указать нужно просто ссылочку на свою страницу ВКонтакте, ну либо же Киви кошелек, как вам удобно. Ну а как я уже говорил ранее, друзья, всем привет, у микрофона как всегда я Бог, мы на Форсетском, у нас 6500 рублей на балансе. И сегодня у нас есть промокодик, который называется большими буквами, сейчас капс, напишу Бог. 25% к балансу, в описании и в комментариях ищи, ну а мы 6500 рублей. Сегодня будем обязательно расходовать. Причем расходовать будем очень грамотно и очень интересно. У нас есть карточки. Я предлагаю попробовать их поразгадывать. 5-6, смотри, просрали. Мне на Форсетском никогда не везло в карточках, но сегодня я хочу попробовать. Одну и ту же тактику, смотри. 170 рублей. Один раз окупились. Давай еще раз. Смотри, что творим. 230. А теперь меняем тактику 4-3. Блин, а 5-6 было? Да и не, нормально, ладно. Сотка ровно. Даже плюсы. Просто по фану захотел карточки поразгадывать. И смотрите, вроде как что-то получается даже, да? 5-3. Воу-воу-воу-воу, форс-дроп. Ты еще и можешь в карточках выдавать. Красиво. А вот красную линию никогда не выдаст, зараза. Но при этом даже гарантированный приз что-то нам отдает. Смотри, что там? 110, да слушай. Я еще ни разу в минус-то не ушел. Охренеть. Нормально. Нормально. Так, сейчас минуса, да, пойдут? Понятно. Не, ну когда-то это должно было случиться. 1600. Я предлагаю все это дело засунуть в контракт и уже посмотреть, что оттуда выпадет. Все как всегда, ребят, у нас на Форсетском. Дикие контракты, дикие апгрейды. И даже внедрили вот выпуск карточки. Интересненько. 500 рублей. Ну, конечно, конечно, все наши труды были зря сейчас в этих карточках. Потому что выпало все равно 500 рублей. Но все равно, почему нет? 17%. Давай посмотрим, что выпадет. А вдруг повезет? А вдруг... А вот на вас вавзелье и повезлё. Просто 17%. Спасибо, Форс, за такой неожиданный подарок. Сегодня интересно ты сделал, да. И нужно дальше. Нужно рвать и метать что-то, что может нам еще больше окупить данную серию. И посмотрим, например, юз 39%. Давай. И сразу вип-кейс открываем. Нормальная перспектива. Я тоже так думаю, блин, как обидно, господи. У меня прям сейчас слезы наворачивались на глазах. Ребят, ну как так-то? 40%, я понимаю, шанс не самый топовый, но и не самый маленький при этом. Ну, конечно, Форс решил иначе, что нам не нужен этот скин. Драгонлор, блин, еще один Драгонлор. Fuel Injectory. 5200, давай еще раз, давай. Ну, че мелочиться? У нас есть деньги на тайное, мы идем открывать тайное. Все как всегда, уважаемые зрители. Ну, просто вот как всегда, классик выпуск. Что дальше? Вопрос. Хамелеон, дождь из пуль. И просто... Не на революцию. Ладно, она должна вывозить 6500. Отличненько. Повышаем риски, повышаем. 9 раз уже открываем тайное. И, блин, вот сейчас, если ничего не выпадет, я обижусь. Форс, давай, с тайного как раз отсосал парень 2 раза. А мы? И мы, да, отсосали. Ну, зашибенно. Ладно, давай попробуем мини-контрактик сделать, такой, чтобы не сильно обидно было просрать бабки. Вот на 1700 рублей, например, хотя тоже обидно будет. Давай-ка не будем просирать деньги. Вот так-то, вот так, нехер деньги просирать, кризис в стране заебал. Молодец, форс-дроп, так, форс-гроб, блин, просто, как Фруксай сказал. 2300, поехали, форс-гроб, пожалуйста. Алло. Так, уважаю, понимаю, все классно, все нормально. Можем открыть VIP-кейсик за 7500, но я решаю все-таки поступить немножечко иначе и открыть апгрейды, расчехлить их. Нужно что-нибудь найти интересное, давай. Где-нибудь вот этот скинчик, 37%. Между прочим, неплохо, очень неплохо. Долететь-то можно было бы в коем-то веке. Хорошо, ну как хорошо, так себе, конечно. Ну давай 2000, давай. Вот так вот, 54%, давай, сейчас выпадаешь ты нам спокойно, спокойно, выпадай, супер. Мы это все дело продаем, и у нас есть 8500, чтобы открыть VIP-кейс. Это разве не прекрасно? По мне так очень даже хорошо. Мы опять доходим до VIP-кейса, и это не может не радовать. Ребят, нажимайте пальцы вверх, колокольчики, пишите комментарии. Блин, пожалуйста, выпадите что-нибудь годное. Форс, поверхностная закалочка. Ну знаешь, братан, она вот 3600 стоит, да. Нужно рисковать и нужно засовывать ее в апгрейды. 3 пятерочки, ножик, 61%. Я прошу тебя, это пиздец. Ну как так-то? Просто бам-бом-бом. Бог сегодня умер, ребят. Я реально взорвался, это пиздец. 7000 до 1000. Ну как 60% апгрейд не зашел? Я не понимаю. Лол, ну нет, да нет. Давай карточки откроем. Ну что так, что ли, прям?
Ну, хоть угадали, ладно. Ребята, это очень обидно, максимально. Я вообще не ожидал, что сейчас не зайдет апгрейд. 60%, ну куда? Ой, Force Group. Ну, давай, давай, последняя 1000. Не хотелось бы... Вот, медузку бы сейчас. Чистая вода есть, кстати. Хрусталек есть. Ну, сколько? Полторушечка, ладно. Живем, живы будем. Так, еще давать десяточку. Короче, я не знаю. Если мы сегодня окупимся с 1500 рублей, которые у нас остались на балансе Force Drop, это будет чудо, конечно. Но будет ли это чудо, и вообще непонятно. Че там, играет что-нибудь? Золотой карп не долетает. 1300, ну, хрен его знает. Давай засунем в контракт почти все вещи. Давай 2000 рублей, и мы в апгрейды. Пожалуйста, хотя бы 1000 с чем-то. 600, ну, я не знаю, как купаться на самом деле, ребят. Походу, сегодня крах. 4 однерочки, 50%. Давай, как-нибудь потихонечку выравнивай шансы. Красавчик. Давай, только это, не надо крашиться. Вот сейчас попробуем немножечко поднять. Давай-ка вот так вот сделаем. Вот подними чуть-чуть, ну 1000 поднять, ну немного же, братан. Вот так, вот так-то. Хорошо, хорошо, двушечка есть. Блин, ну страшно же, реально страшно. Ну-ка давай 1000 опять попробуем поднять. 37%. Вот сейчас должно сыграть, ну можешь. Давай, 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 красавчик. Так, вот это уже получше, получше ситуация. 3200. Вот тупо апгрейды тянут, действительно, ребят, ну правда, апгрейды тянут. А у нас этот кейс, да, доступен, кажется? Нет. Недоступен по рангу, тупо оскорбили бога. 4 раза открываем тайное и будем молиться всем, кому можно, чтобы нам окупило. Я реально уже хочу что-нибудь забрать. Кейс кофе, кстати, надо его открыть по приколу. Скоростные зверьки, сколько? Они могут, в принципе, стоить очень дорого, 700 и 700. Ну, не стоят они дорого. Ребят, но, видимо, сегодня мы не сможем окупиться. Блин, дошли до 7000. Офигеть, с Wildfire кейса просто взял и дропнулся скин. Хорошо, хорошо. Давай на 3500 рублей возьмем. Wildfire, 67%. Я тебя умоляю просто. Давай, давай, давай. Господи, спасибо, что ты есть. 3300. Но я думаю, на этом мы остановимся, друзья. Большое вам спасибо за просмотр. Не хочу я идти дальше, честно. Простите меня, может быть, я кому-то там не сделал контент, но тоже надо останавливаться. Хотя бы в нуле будем, и уже на том спасибо. Так что, ребят, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. У микрофона был Бог. Увидимся. Пока-пока.